такое, что случилось? Ну, колено болит, на тренировке растянул. На какой такой тренировке? По хип-хопу. Я им занялся, как и вся современная молодежь, в принципе. Ты знаешь, что хип-хоп совсем не молод. Ты будешь удивлен, но его движение зародилось в далеком 1974 году в среде рабочего класса. И на сегодняшний день проходит множество соревнований по хип-хопу. Молодая и полная сил команда «Наш стиль» за 5 лет своего существования уже успела достичь небывалых высот. Они чемпионы России, чемпионы Европы и чемпионы мира. Первая поездка была у нас в Австралию. Это был чемпионат мира, мы там заняли 3-е место. Потом мы поехали на чемпионат Европы, это был в Чехии, в Праге проводился. Там мы стали чемпионами, были первыми. Следующий чемпионат мира был в Голландии, в городе Дордрехт. Там мы были первыми. Каждый из ребят пришел в команду своим путем. И у каждого своя история жизни до танца. Но они нашли свой стиль жизни. И теперь идут рука об руку к общим целям, достижениям и победам. Наверное, это единение. Это радость от того, что вы проводите время вместе, от того, что вы вместе делаете общее дело и стремитесь к общим целям. Получаешь такой заряд большой от тренировок, который тебе дает силы просто жить в обычной жизни. То есть, если... У всех учеба, работа и немного надоедает однообразная жизнь, то у нас она очень такая эмоциональная. Тренировки, соревнования, поездки. Много сил, времени и энергии ребята уделяют любимому делу. Но они в один голос признаются. Все их победы – это заслуга от тренера. Переход на дэнс-холл и закончили. Если бы не тренер, который нас постоянно объединяет одной целью, одним духом, настраивает нас, вряд ли мы бы добились чего-то. Тренер для нас – это мама. Пожалуйста, повнимательнее, руки порежьте чуть-чуть. Денис, вспоминаю, да, мы фиксируем здесь. И следующая часть будет у нас с перехода. В том-то и дело, что не я хореограф, а все вместе мы придумываем. Это очень важно для меня, и вот этому я учу ребят. Не может одного быть лидера. Каждый в команде, в успешной и в сильной, должен быть лидером. Каждый должен привносить что-то свое, только тогда, когда мы вместе работаем. Свои заслуги ребята пока еще не смогли оценить в полной мере. И передышка, по-видимому, будет не скоро. Уже в октябре состоится чемпионат мира 2013 в Сербии. И коллектив Волгограда готов вновь покорять сердца миллионов зрителей. Нуждается очень сильная конкуренция. Это очень сильный труд. Иногда мы устаем, и нам тяжело, и мы хотим все бросить. Но когда мы стоим на пьедестале с медалями, то это того стоит. Совмещать искусство и спорт – задача не из легких. Абсолютная точность движений и утонченная пластика, бешеный ритм и эмоциональный всплеск – все это лаконично сочетается с упорством, трудолюбием и силой воли, без которых, по мнению ребят, добиться поистине значимых высот невозможно. Самое главное – это трудолюбие к своему делу. Если вы любите этим заниматься, то у вас все получится. Эмоции внутри. То, что меня вдохновляет. Все идет отсюда. В планах команды – открытие профессиональной танцевальной школы, где они смогут делиться своими знаниями, своим опытом и, конечно же, готовить себе на смену таких же абсолютно талантливых и целеустремленных танцоров. Наш стиль для